Мы выполняли работы для ракетно-космического комплекса «Энергия». Мы можем также диагностировать и смотреть, так сказать, состояние эргономическое в данном случае внутри кабины. То есть мы можем найти зону, где вибрации какие-то неблагоприятные, очень сильные, и затем эти вибрации исправить и устранить. Вот это трубопровод, и мы искали повреждения. Оператор настраивается на место повреждения, рука притягивается, там имеется некая энергетическая аномалия и сильные энергетические у краев воздействия вот красным цветом. Здесь имеется повреждение. Но вот что интересно, что мы можем не только повреждения искать, а просмотреть весь трубопровод и показать места возможных повреждений. Мы можем показать некие дефекты, скрытые дефекты в металле, которые дадут возможность вот определить это.